Морозов — это такой, знаешь, образ идеального хоккеиста на тот момент. Он как будто не настоящий, знаешь, как будто с комиксов дядя Степа. Он же еще в «Братьях 2» снимался, знаешь? Ты не помнишь, что он вначале уезжает в Чикаго? Вот. Это не тот момент, когда ты обманываешь. Пересмотри фильм. Секунду. Ты мне скажи, где он живет. Давай, поехали. Иду, начинаем. Иду, Лёх. Да, Морозов реально снимался.